О, да я не успел опустить, он уже берет. Ёпты, вот это рыбалка, бля. Приветствую вас, рыбоходники. Сегодня мы отправились на подледную рыбалку, так сказать, на открытие. Вот, и сегодня мы попробуем половить окуня. Сказали нам место. Вот, посмотрели по карте, и вот сейчас мы уже сидим в палатке, приехали на место, поискали рыбу, немножко поймали, две штучки пока, вот. И вот сейчас, товарищи, мы расположились, будем ловить на мормышки. Значит, будет у нас мормышка черная вдова, такая вот, правда, потертая немножко, но ничего. Сейчас мы начнем ловить на мотыля. Вот. Лед у нас сегодня толщиной мы замерили 10 сантиметров. Взяли с собой рулетку, замерили все дело. Вот. Глубина у нас, значит, 1.3 метра. И вот сейчас будем ловить полосатиков наших на копчение. Ну, а вы пока подписывайтесь на канал, смотрите дальше, что будет. Желаю всем удачи, приятного просмотра. Вот такой у нас сегодня карьер небольшой. Вот такой вот круглый. Вот там протока есть, там мелко мы пробовали. Вот там, значит, база, товарно-сырьевая база. И вот, вот мы на этом карьере расположились, вот наша палатка. И он, люди тоже там рыбачат. Поставили палатки, там он, мужичок, костер ждет. Видать, замерз. На улице у нас сейчас минус 15-17. Утром было минус 20. А мы буквально в метрах 6 от берега сели. Хороший. Продолжаться мы надербаним сейчас.
крупнее пошел. О, какой! Да. Такой больше, чем ладошка. Черная мормышка работает все. Сейчас переехали в другое место. На том месте мы где были, там перестало клевать. Сейчас буквально метров 10 прошли. И вот сейчас на этом месте нашли еще раз окуня. О, да я не успел опустить, он уже берет. Ёпты, вот это рыбалка, блин. Я даже не дергал. О, пошла мазута. Пошла мука на Тобольск. Сравним. Такая мягкая поклевочка была. А, маленькая. Так, у нас, значит, небольшой перекус. Наша мини-поляна, малиновый чай, яйца, бутерброды, картошка, один огурец. Короче, сейчас обед у нас. Можем строганины, сок будем строгать, но ножа нету. Да, нож с собой не взяли. Она кушат, лежат. Ну и еще у нас вот такие замерзшие бутерброды. Похрустывает, Малёна. Да, с этим... С корочкой льда. Ну, в общем, ребята, отрыбачили мы по полной, кайфанули, окуней себе наловили. Вот, сейчас уже, сейчас скажу, ну почти полтретьего часа дня. Короче, отправляемся домой, рыбалка удалась. А вы не забывайте подписываться на канал, заходите ко мне в группу. Будет все под видео в описании. Ну и всем НХ, НЧ, ни хвоста, ни чешуи. Всем пока, до следующей рыбалки.